трасса 101. Приветствую, в эфире трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Российское правительство запретило оставлять в автомобилях без присмотра взрослых детей дошкольного возраста. Соответствующее постановление накануне подписал Дмитрий Медведев. Кроме того, ребят до 7 лет теперь можно перевозить только в автокресле. В возрасте от 7 до 11 лет также обязательно автокресло или ремень безопасности. Трасса 101. Государственная инспекция безопасности дорожного движения и патрульно-постовая служба объединены не будут. Об этом сообщил новый руководитель госавтоинспекции Михаил Черников. По его словам, на сегодняшний день налажено эффективное сотрудничество сотрудников ДПС, ППС, Росгвардии и вневедомственной охраны. Ранее Черников говорил, что если ППСников допустить к оформлению дорожных протоколов, то это может закончиться печально с точки зрения здравого смысла. Трасса 101. Минпромторг обозначил дату перехода на электронные паспорта транспортных средств – 1 июля 2018 года. Ведомство видит в этом только плюсы. Электронный ПТС невозможно потерять, а объем, содержащийся в нем информации, будет довольно широк. Это данные о страховании, ДТП, прохождении ТО, ремонте и так далее. Ожидается, что стоимость ЭПТС не превысит 600 рублей. Трасса 101. 52% россиян испытывают доверие к сотрудникам госавтоинспекции. Почти 60% наших соотечественников оценивают работу дорожных полицейских положительно. Таковы результаты опроса, который Всероссийский центр изучения общественного мнения провел накануне Дня ГИБДД, 3 июля. Кроме того, респонденты отметили снижение уровня коррумпированности среди гаишников. Таким образом, социологи считают, что имидж автоинспекции улучшается, но ей есть куда расти. Специалисты компании Ford выяснили, в какой обуви водить автомобиль наиболее безопасно. Во-первых, она должна обладать не скользкой подошвой толщиной не более сантиметра, а во-вторых, не ограничивать движение голеностопа. Третий аспект – небольшая ширина обуви, чтобы соседние педали при нажатии находились в покое. Эксперты категорически не рекомендуют садиться за руль в шлепанцах, что, кстати, законодательно запрещено в некоторых европейских странах. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова и в группе программы ВКонтакте. До свидания. Трасса 101.